34 студента уже получают профессию инженеров-конструкторов в структурном подразделении Московского авиационного института, созданного на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологии и управления. Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России Ростеха» дает ребятам дополнительные возможности для развития, обучения английскому языку и IT-технологиям в конструкторской деятельности. Студенты с первого курса нарабатывают стаж на предприятии. В общем, свободного времени не много. Как говорят сами ребята, учиться нелегко, но того стоит. Ведь они становятся кадровым резервом государственной корпорации «Ростех». Это как-никак возможности, поскольку мы являемся студентами Московского авиационного института, и в будущем нам предстоит еще очень много всего нового и интересного. Мы углубленно изучаем английский, также другие получаем важные компетенции. И это все в комплексе, думаю, очень хорошо скажется на нашем профессионализме в будущем. Каждому студенту выплачивается повышенная корпоративная стипендия, компенсируется проживание в комфортабельном общежитии, для каждого участника проекта выстраивается индивидуальная карьерная траектория. Их ждет знакомство с работой ведущих предприятий авиастроения. Достаточно у нас высокие пороговые значения, чтобы попасть в проект, да, это, во-первых, высокий балл по ЕГЭ 220+, плюс знание английского языка на уровне А2 и средний балл по аттестату 4 и выше. Настоящий инженер-конструктор должен понимать каждый этап производства вертолета, поэтому уже на первом курсе студенты получают рабочую профессию токаря, на втором – оператора станков ЧПУ. А знание в области IT-технологий позволит самостоятельно программировать техпроцесс. Уже на этом этапе к их профессиональным навыкам и личностным качествам внимательно присматриваются будущие руководители, начальники подразделений, инженеры, собирающие команды для разработки и внедрения совершенно новых продуктов. Некоторые подразделения для себя учат, воспитывают в себе сотрудников, инженера, мастера, технолога, уже непосредственно. Уже есть такие заявки, которые уже выбирают с первых курсов, кого-то выбрали. А вот этот человек к нам подходит, и на протяжении всего времени их подразделение само себе учит. Да, это хорошо. 2 года назад по инициативе УАЗ в Улан-Удэ создали структурное подразделение опорного вуза авиастроительной отрасли. В рамках сетевого обучения студенты занимаются в Бурятии, а получают диплом престижного московского вуза. В этом году появилась возможность получить еще одну перспективную специальность. В этом году у нас программа расширяется. По сетевому обучению мы набираем также дополнительно студентов по специальности радиоэлектронные системы и комплексы в количестве 25 человек, это структурное подразделение МАИ, а также по специальности самолет и вертолет в строении 25 человек. Реализация проекта осуществляется в рамках целевого обучения на бюджетной основе. После окончания вуза всем ребятам гарантировано трудоустройство и карьерный рост. Эдуард Жумсаранов, Николай Дулбаев, программа «Вместе. Мир Байкал».